heaven on earth. Не имеет значения, кто вы. Бог за вас, Он любит вас, Он принимает ваше поклонение. Я приветствую наших зрителей на ТБН. Прославьте Господа, если вы смотрите нас на ТБН. Нас также смотрят на One Gospel, Praise TV, Facebook, YouTube, CRC Online и слушают на радиостанциях по всей Африке, а также смотрят в исправительных учреждениях. Сегодня мы обновили меморандум с исправительными учреждениями. Мы имеем доступ ко всем исправительным учреждениям ЮАР. Это партнерство оказалось настолько эффективным, что они позвонили нам и сказали: «Мы хотим снова подписать этот меморандум. Мы не только проповедуем Евангелие нарушителям закона, но и проводим их через реабилитацию, возвращая их в общество. Мы здесь не просто для того, чтобы быть христианами по воскресеньям». Мы приветствуем наших зрителей из России, молимся о том, чтобы четвертая волна не помешала нам провести евангелизацию в Волгограде. Мы также приветствуем Израиль, Америку, Европу, Индию, Пакистан, Китай и всю Африку. Это наше время, чтобы встать и засиять, сделать этот мир лучше. Я знаю, что вы любите Бога, так прославьте Его. Здесь тысяча людей, и ничто не помешает нам прославить Бога. Даже пророки погибели, которые предсказывают четвертую волну в ЮАР 14 декабря. Это удивительно. Надеюсь, они также точны в экономике. Итак, присаживайтесь одесную и открывайте Евангелие от Луки, пятую главу. Мы продолжим говорить о подготовке к 2022 году. Мы не будем ждать 1 января, чтобы приготовиться к 2022 году. Я провозглашаю 2022 годом многих прорывов. Вы вернете все, что сатана украл у вас. Бог превратит ваше разочарование, ваши испытания в великую историю. Бог пойдет перед вами, и вы переживете Ваал Пирацим, Господа прорыва. Бог сильнее дьявола. Если вы верите в это, скажите аминь и прославьте Господа. Тех, кто за нас, больше тех, кто против нас. Мы продолжаем говорить о Господине множества прорывов, о Боге, который устраивает прорывы. Я хочу прочитать Евангелие от Луки, 5 главу, с 1 по 9 стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симоновым, он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину». Подчеркните это, потому что в следующем году вы отправитесь туда, где не бывали ранее. Вы будете захватывать территорию, которую не захватывали ранее. Во имя Иисуса. Иисус сказал: «Закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Экономисты, пророки погибели, которые считают, что мир никогда не будет благословенным местом. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Как многие из вас во времена вируса, вы не росли, а уменьшались. Но это изменится. Бог даст вам прорыв. Но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали не одну или две рыбки, но великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Аллилуйя! Когда Бог вступает в игру, Он не приходит как маленький спаситель или избавитель. Он приходит как Эл-Шаддай, Бог, которого больше, чем достаточно, как Иегова Ирре, Бог, который обеспечивает во имя Иисуса. Знаете, что до возвращения Господа Иисуса мы увидим благословение, от которого будет рваться сеть.
Когда я читаю Библию, то вижу себя. Я не читаю Библию от имени Симона, но от своего имени. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли и помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки. Благословений хватит на вас и на оппозицию. Так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Доброта Божия приводит вас к покаянию». Бог настолько благ, что у вас нет другого варианта, кроме как служить Ему в 22-м году. «Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных». Я хочу сказать вам, что Божие благословение в 22-м году удивит многих из вас. Все изменится для вас. Я провозглашаю и пророчествую об этом. То, что сдерживалось, высвободится. Выплаты, которые запаздывают, придут заранее во имя Иисуса. Все станет лучше, приятней, потому что плач на время, а радость обновляется утром. Аллилуйя. Многие из вас перейдут от мары, горьких вод, к елому, оазису жизни. Это место избытка во имя Иисуса. Я верю, что 22-й будет годом многих прорывов. В этом фрагменте мы видим, что помазание прорыва делает для Петра. А этот человек — опытный рыбак. Он знает, что экономика страдает. Он знает, что люди предсказывают негативное будущее. Петр сделал все, что мог. Если кто и знал, что рыбы нет, так это Петр. Но тут приходит Иисус. Он ошарашивает Петра. Его знания, опыт. Богу не нужна идеальная экономика, чтобы благословить вас. Бог сам по себе Бог. Богу не нужно разрешение правительства, чтобы благословить вас, потому что Бог уже благословил вас 2000 лет тому назад во имя Иисуса. Если вам нужен прорыв в бизнесе, то поднимитесь на ноги и прославьте Господа. Наш Бог по-прежнему — это Бог прорыва. Наш Бог — это Бог избытка. Сегодня мы читаем Евангелие от Луки, 5 главу, 4, 5 и 6 стихи. И Библия говорит: «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». В переводе Passion сказано: «Иисус сказал: а теперь отплыви на глубину, чтобы забросить сети, и тебя ждет большой улов. Обетование и повеление вас тоже ожидает улов». «Господин, — ответил Петр, — мы только вернулись с ночной рыбалки и ничего не поймали. Но если ты настаиваешь, мы отправимся снова и забросим сети по твоему слову, по слову твоему». Мое сегодняшнее послание называется просто «но по слову твоему». Божье слово обладает силой. Бог следит за своим словом, чтобы исполнять его в нашей жизни. Слово «рема» от самого Бога может изменить вашу ситуацию. Я никогда не забуду церковь в Йоханнесбурге. Сегодня там собралось очень много людей. Если вы не были там, то приезжайте к нам. Мы ждем вас. Мы построили это здание для вас. Аминь. Мы 3 года искали землю и никак не могли ее найти. Мы искали повсюду, и в 2 часа ночи Дух Святой разбудил меня. Я был в Лондоне на Крусейде. В 2 часа ночи я просыпаюсь, и Дух Святой говорит мне: «Забрось сеть по другому борту». Я сразу же понял, что он имеет в виду. Ты не там ищешь. Ты ищешь в Йоханнесбурге, но не там. Поищи в другом месте. И знаете, что я сделал? Я включил Google «Земля». Я ввел в поиске «Йоханнесбург». А ведь когда вы получаете указания от Бога, то не можете быть пассивны.
Вы должны действовать на основании того, что Бог говорит вам. Я увидел красивый участок, но ощутил в духе, что это не то. Тогда мы начали искать участок везде. Мы не могли найти ничего. Тогда в 2 часа ночи Дух Святой обратился ко мне и сказал: «Забрось сеть по другому борту». Я нашел участок в Гугле. Это не особо духовно, но именно так мы нашли наш идеальный участок в Йоханнесбурге. Рано утром я написал доктору Луи Пеллу. Я сказал: «Проверь эту землю и сделай предложение». Мы сделали предложение. Владелец земли был за границей. Он не знал цену этой земли. Девелоперы скупали всю землю, но этот участок остался. Бог сохранил его для нас. И в нужное время Бог показал его нам. Мы сделали предложение, купили этот участок за половину его рыночной стоимости. Бог изменит ситуацию в вашей жизни. Вы перейдете от ничего к избытку, от недостатка к избытку во имя Иисуса Христа. Он Бог избытка. Я верю в это. Когда Иисус обращается к ученикам, то дает им 2 указания. Во-первых, отплывите на глубину. Послушайте, вы не найдете Иисуса у безопасности берега. Вы не найдете Иисуса в комфорте лодки. Вы найдете Иисуса в открытых океанах. Если вы хотите прорыва, вам нужно отпустить прошлое. Оставьте комфорт, неуверенность, страх, разочарование и все то, что сдерживало вас во время этого вируса. Он не повел учеников в другой город, на другое озеро, потому что это не было бы чудом. Он отправляет их в то же место, где они потерпели неудачу. Где они ловили всю ночь и ничего не поймали. Они пытались, бросали сети вновь и вновь, но не поймали ничего. Как многие из вас во времена ковида, вы потеряли контракты, бизнес, возможности. Вы думаете: «Что же мне делать?» Можете не сомневаться, что у Бога есть план для вашего избавления. Бог не оставил вас и не бросил вас. Бог нелицеприятен. Бог устраивает ваш прорыв. Он знает, как наполнить вашу лодку рыбой. Аминь. Во-первых, Он говорит: «Вернитесь назад». Вы должны вернуться в мир бизнеса. Вы должны подать резюме на эту работу снова. Сделайте то, что можете снова. Оставьте сомнения, цинизм, страх, мнение других и отправьтесь на глубину. Вернитесь назад. Это слово для многих из вас. Вернитесь к тому контракту. Сделайте то, что можете, снова, во имя Иисуса. Отправьтесь на глубину. Вы никогда не увидите, чтобы вера действовала в сфере известного. Аминь. Вера действует лишь в сфере неизвестного. В противном случае это уже не вера. Единственное, за что вы должны держаться, так это слово. Единственное, на основании чего вы ходите, это слово. Когда Иисус сказал Петру во время бури «иди», Петру нужно было выйти из лодки. Он не шел по воде, он шел по словам. Слово поддерживало его, пока он не отвел взгляда от слова. Я хочу сказать вам, не отводите взгляда от Иисуса из-за пандемии. Не отводите взгляда от Слова Божьего из-за пандемии. Продолжайте ходить по Слову Божьему. Идите в неизвестное. Продолжайте доверять Богу. Верить, что Бог даст вам прорыв. Вера не действует в сфере известного. Вот почему Библия говорит в притчах 3 главе: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Каким был путь избавления для Петра и учеников? Они должны были вернуться к месту неудачи, поменять отношения. Я не должен эмигрировать в Новую Зеландию, переехать в другое место. Бог может сделать намного больше всего того, о чем я прошу или помышляю, благодаря силе, которая работает во мне.
Бог может принести мне прорыв там, где я сейчас. Если бы Иисус повел их в другое место, это была бы неудача. И каждый раз, когда что-то не работает, я не использую веру, чтобы изменить обстоятельства, а ухожу, ища другой возможности. Итак, Иисус говорит: «Отправьтесь на глубину, в неизвестное». Прорыв требует чего? Доверия Богу, когда вы не понимаете. Вы должны отправиться в места, которые не знаете. Сделать то, что никто не делал. Выйти за пределы мнения людей и человеческой мудрости. Вам нужна Божья мудрость. И когда вы поступаете по вере там, где не пережили благословения, все изменится. Внезапно появляется рыба. Я не знаю, откуда она пришла. Там не было рыбы. Но мы служим Творцу, Богу, который творит чудеса. Если вы верите сегодня, что у Бога есть перемена для вас, тогда вам нужно прославлять вашего Господа во имя Иисуса. А во-вторых, Петру нужно было забросить сети. Рыба не запрыгнула в лодку сама. Мы говорили в прошлый раз о Неемане, когда он нуждался в чуде, исцелении от проказа. Пророк сказал ему: «Окунись в Иордане». Он пришел в ярость. Это не то, чего он ожидал. Он приехал на колеснице к дому пророка. А пророк даже не вышел к нему. Он лишь сказал сделать то, что было ниже его. Он сказал: «Окунись в Иордане». Нейман пришел в ярость. Он сказал себе: «Мы поступаем так. Мы должны быть осторожны в разговорах с собой. Мы должны быть осторожны с тем, к чему прислушиваемся. Мы не можем полагаться на негативные отчеты экономистов. Меня не волнует, насколько реальны их слова. Праведный верою жив будет. Мы ходим верой, а не видением. Мы угождаем Богу верой. Мы движемся на основании Слова Божьего. Мы живем на высшем уровне. Не имеет значения, какая статистика по преступлениям. Мы делаем то, что можем, и доверяем Богу». Нейман разозлился. Он сказал себе: «О, я думал, что пророк выйдет, махнет рукой, и все мои проблемы исчезнут». Некоторые из вас думают, что если они дадут 10 рандов пророку, чтобы он помолился за вас, ваши проблемы исчезнут. Нет, вы просто потеряете свои 10 рандов. Вам нужно слово от Бога «Рема». Логос должен стать Ремой. А затем вы должны сделать то, что Бог ожидает от вас. Пойти и окунуться 7 раз в Иордане. Нам нравится слово и обетование. Но нам не нравится делать что-то. Нам не нравится 7 раз. Мы не хотим быть настойчивыми. Но для того, чтобы пришел прорыв... Послушайте, они ловили рыбу всю ночь и устали, как Давид в Сикелаге. Люди устали, город сгорел, у них не было сил или даже каких бы то ни было ресурсов, а они были полностью опустошены. Все были настолько разбиты, что лежали на земле и плакали из-за своих жен и детей. А затем они обратились против Давида. Но Давид укрепился в Господе, и Бог сказал: «Преследуй». Ему пришлось воевать 1.5 дня. Иногда, братья и сестры, когда вы оказались на самом дне, вам нужно вести себя так, словно вы на вершине. А вот почему Библия говорит: «Пусть слабый скажет, я силен». Не поддавайтесь слабости, желанию бросить все. Примите решение. Я силен в Господе, в Его силе. Я силен и смел во имя Иисуса Христа. Когда мне хочется убежать, я буду стоять. Я буду верить обетованиям Божьим во имя Иисуса. Иногда, читая Слово Божие, мы забываем о практической части. Надеюсь, вы понимаете меня. А вот почему он ждал, когда пророк возложит руку.
но это не решит твоих проблем, Нейман. Тебе придется слезть с коня, Нейман. Пройтись пешком. Тебе придется вернуться назад, Петр. Тебе придется покопать, Елисей. И тогда Господь наполнит ямы водой. Вам нужно сделать возможное, чтобы Бог сделал невозможное. Эти рыбаки устали. А Иисус говорит им: «Отправьтесь на глубину». Что им нужно было сделать? Взять весло и поплыть. Им нужно было отплыть от берега. Иногда, когда нам не хочется грести, мы должны взяться за весла, потому что это ключ к нашему избавлению. Мы хотим просто сидеть и ничего не делать. Но так мы не увидим избавления. И ведь так мы не следуем Божьей программе. Нам нужно слово «рема», не разговор. Некоторые люди говорят так, словно круглые сутки, разговаривают с Богом, но их жизни в ужасном состоянии. И у меня возникает вопрос, что у вас за разговоры такие? Богу не нужен разговор, чтобы переместить вас. Бог дает вам слово, одно слово — прости, поднимись, пойди. Хватит жалеть себя, одно слово — вернись. Если мы не будем чувствительными к слову «рема», мы упустим Божий прорыв. Мы ждем чудес. Люди думают, что Бог действует лишь через чудеса. О, нет! Когда израильтяне перешли Иордан, чудеса остановились. Перепела, манна, огненные и облачные столбы исчезли. Им нужно было завладеть землей шаг за шагом, не за год, не мгновенно. Это путешествие. А для чего? Чтобы они научились ходить, полагаясь на меня. Для чего? Чтобы вы могли оставить эмоции и оказались в месте, в котором действую я. Это место веры, в котором вы полагаетесь на меня и мою благодать, чтобы перейти к тому, к чему я призвал вас. Не было легкого пути. И когда я говорю, что 22-й будет годом многих прорывов, вы должны ответить на это «Аллилуйя». Но к вашему прорыву ведет путь, и этот путь называется Богом. Это Слово Божие и водительство Духа Святого. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я буду следовать за добрым пастырем, несмотря на других. Бог приготовит мне стол на виду у многих врагов. Он наполнит мою чашу в 22-м году, помажет мою голову свежим елеем, свежими мыслями, знаниями и мудростью, которые выше мудрости и знаний людей. Он поведет меня туда, куда только Он может повести, и вся слава за это будет Богу. Так что прославьте Господа уже сегодня. Давайте прославим Бога, потому что Он достоин. Петр был достаточно умен для того, чтобы не спорить с предсказателями четвертой и пятой волны. А лучше скажите так. Когда у нас перестанет пропадать свет? Если они могут так точно предсказать непредсказуемое, то почему они не могут предсказать предсказуемое? Я считаю, что они перенесут эту дату к 16 декабря. Вы сами понимаете, почему. Он что, на самом деле сказал это? Да, сказал. Все говорят, будет новая волна. Что нам делать? Пророчествовать. Идет четвертая волна. Готовьтесь к четвертой волне. Но волны не было, когда у нас были выборы.
Только мы с тобой понимаем это. Это был непонятный момент для молодого поколения. Апостол Павел говорит: «Я знаю, а как, благодаря свидетельству Духа Святого. Ковид пытается отделить людей от живых отношений с Иисусом Христом. Он привел к тому, что люди засели за компьютерами и решили, что смогут сделать все сами. Вы не можете. Церковь похожа на живой организм. Вы должны быть частью его. Это место истины, место обитания Духа Святого. Это то, что создает Иисус. Я хочу сказать, что тепленькое христианство, которое проникло в сердца многих людей, когда они стали реже посещать церковь или перешли к онлайн-служениям, не поможет вам. Это все равно, что поддерживать связь с женой по FaceTime. У вас не будет нормальных отношений через интернет. Вы должны вернуться в Дом Божий, стать поклонником. Вы могли считать иначе, но так говорит Бог. Нееман, пойди и окунись в реке Иордан. Вернитесь в Дом Божий. Восстановите свои отношения с Богом. Полюбите Иисуса Христа вновь. Будьте поклонником во имя Иисуса. Я хочу обратиться к тем, кто смотрит нас по телевизору. Пойдите в библейскую церковь неподалеку. Пойдите в церковь, где поклоняются Иисусу. Аминь. Я не буду обманывать вас. Число наших зрителей растет по экспоненте, но вы не переживете полноту Божию без поместной церкви, без поклонения, потому что это Божий путь. Не я писал Библию. Вы хотите избавления, но не хотите церковь? Вы хотите избавления, но не хотите давать десятину? Вы хотите избавления, но не хотите оставить предрассудки? Расизм. Вы хотите избавления по-своему, через своих предков или культуру. Это не связано с цветом кожи. Белые поступают так же. Они поклоняются предкам. Мы почитаем предков, но мы им не поклоняемся. Мы поклоняемся Богу живому, молимся одному Богу и Господу. Есть лишь один Спаситель, один посредник между Богом и людьми, Господь Иисус Христос. Нет множества путей, нет вашего и Божьего пути. Вы не можете добавить свою истину к Его. Вы должны оставить свою лодку, и затем вы сможете отправиться в путь. Иисус был среди бури. Петр пошел в том направлении, которое ему указал Иисус. В этот раз он пошел с верой. Вера меняет вещи. Вера требует полного доверия Духу Святому и благодати Божией. Все, что он получил от Бога, пришло по благодати верой. Нет особых чудес, которые только и ждут вас. Нам всем придется пройти через 22-й год. Нам нужно будет получить свежую манну, слово от Бога. Мы должны строить свои жизни на слове Господа на 22-й год, потому что это слово поведет вас от места недостатка, депрессии, неудовлетворенности, боли, и приведет вас к месту полноты во Христе, избавления, спасения и благословений. Мы не получим прорыва без Бога и без Слова Божьего. Вы должны услышать меня. Вам нужно работать со Словом, чтобы Слово работало на вас. Вы слышите? Господь работал с ними, подтверждая Слово. Евангелие от Марка, 16 глава, 20 стих. Вы должны работать со Словом. Мы знаем Логос. Мы знаем нашу Библию. Но Бог берет Логос и открывает его вашей ситуации как откровение. Мы все живем по Логосу, но прорыв мы получаем благодаря Реме, открытому Слову. Это Слово Божие.
которое нам дает Дух Святой во время, назначенное Богом. В первом послании к Коринфянам 12 главе сказано, что проявление Духа дается каждому на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому — слово знания. Люди думают, что это касается лишь пророков. Библия говорит, что это для всех верующих. Что такое слово знание? Слово знание — это Божье знание, которое сверхъестественным образом попадает в ваш дух. Это знания, которые вы получили не из учебника. Это сверхъестественные знания, которые приходят через Слово Божие. Вы внезапно обретаете мудрость, сверхъестественную мудрость в своей ситуации. И она меняет вашу ситуацию. Это выше человеческого разума и мудрости. Мы говорим о хождении в прорыве, как это было у Исаака во времена голода. Все остальные погибали финансово после третьей и четвертой волны. Но в Бытии 26 главе мы видим Исаака, который молится Богу. И Бог говорит ему: «Я Бог Авраама, который хранит завет. Я Бог, который исполнит обещание, данное Аврааму. Я слежу за своим словом». И Бог говорит Исааку: «Живи на земле». И именно так он и поступил во времена второго голода, когда не было возможностей для бизнеса, когда все сокращалось, когда люди падали. Но он услышал слово от Господа. Бог сказал: «Живи в этой земле». Братья и сестры, когда у вас есть рема, вам не нужно согласие людей, потому что у вас есть согласие небес. Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат прорыв. Бог придет. Каждый может сказать: «Это не сработает». Каждый может сидеть в лодке и быть циником. Но когда Бог дает слово, вы пойдете по волнам, подниметесь над обстоятельствами, перейдете темную долину, вы покорите гору, отправитесь туда, куда Он зовет вас. Все потому, что вы идете по Слову, а Бог следит за Своим Словом. Он не смотрит на ваши сантименты. Он следит за Своим Словом. Когда мы говорим о 22-м, то должны понимать, что это будет путешествие веры и понимания. Да, бывают бури, бывают великаны и бывают недостатки, но эти вещи не поколеблют меня. Иисус обещал мне в Евангелии от Иоанна 16 главе: «Для вас будет лучше, если я уйду, ведь когда я уйду, то пошлю другого утешителя, помощника. Он наставит вас во всякой истине». Да? Это Дух Святой, который живет в нас. Он открывает нам Слово Божие не просто для пророков, но для докторов, которые делают операции, для адвокатов, которые готовят дела для клиентов. Они наполнены Духом Святым. Харизматы и пятидесятники сделали Духа Святого воскресным переживанием. Люди начали приходить в церковь за развлечением, но Дух Святой пришел не для этого. Он ваш помощник, ваш учитель. Первое послание Иоанна, 2 глава, говорит, что вы получили помазание от Святого и знаете все. В 27 стихе сказано: «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но помазание учит вас всему. Дух Святой находится внутри вас, чтобы вести и направлять вас, показывать вам, что вы должны сделать в 22-м. Это означает, что вы должны оставить привычный диван, депрессию и принять решение. Я силен в Господе и могуществе Его силы. Впереди меня ждут лучшие дни. Они будут лучше предыдущих дней моей жизни». Вы должны сказать: «Если Бог за меня, то кто против меня?» 22-й будет моим годом прорыва, моим годом избавления. В 22-м я вернусь в место, в котором потерпел неудачу, и буду успешен, потому что Бог за меня. А если Бог за меня, то кто против меня? Бог поможет вам. 22-й год идет к вам, и вы должны быть готовы, чтобы принять слово «рема» от Бога. Готовы и снова готовы. Я иду в далекое неизвестное. Мы хотим гарантий, которых человек не может нам дать. Пока вы не окажетесь в гробу, вам будет нужна вера. И даже умирать вы должны с верой.
потому что не все обетования исполнятся при вашей жизни. Вы не должны умирать пустыми. Вы должны умереть со множеством идей, чтобы ваши дети и другие люди могли воплотить эти идеи. Мое время подходит к концу, и мне нужно заканчивать. Большинство людей накапливают благословения, но Библия учит нас другому. Я говорю о благословении, которое призвано облегчить страдания и избавить от бедности. Мы хотим победить бедность в ЮАР до 2030 года. Это означает, что христиан-бизнесменов Бог благословит так, что они откроют компании и новый бизнес. Они будут нанимать людей, разрушая иго бедности. Речь не о том, чтобы вы получили благословение. Мы говорим о том, чтобы другие бизнесы также получили благословение, чтобы другие братья и сестры были благословлены. Иисус благословляет Петра. И благословение такое, что Петр делится им с другой лодкой. На небо нельзя взять ничего, кроме людей. 1, 2, 3, 4 миллиарда. Не нужно зазнаваться, потому что жизнь смирит вас. Нейман ходил по жизни так, пока все не изменилось. Не позволяйте своему счету в банке определять вас. Говорят, что деньги меняют людей. Нет, деньги показывают, какими люди являются. Когда у людей появляется много денег, появляются настоящие они. Деньги не меняют людей. Чем больше Бог благословляет вас, тем смиреннее и сострадательней вы должны становиться, больше помогать бедным, больше давать поместной церкви. Ваша десятина принадлежит Дому Божьему. Вы получаете большую сумму и не можете дать? Вы думаете, что это слишком? Пусть Бог вернет вас в то состояние, в котором вы были до того, как Иисус пришел в вашу жизнь. Вы такого хотите? Или вы хотите идти в смирении, полагаясь на Божью благодать? Независимо от того, как Бог благословляет вас, вы заботитесь о Его царстве и бедных, и когда вы однажды предстанете перед Иисусом, вы услышите «хорошо», «добрый» и «верный раб». Бога не интересует, на какой машине вы ездите, где живете. Его интересует то, что вы делаете для вечности. Ваши деньги могут спонсировать проповедь Евангелия, помогать людям спасаться, кормить голодных, строить школы и приюты. Ваши деньги могут помогать людям. Вот почему Бог желает благословить вас. Надеюсь, вы слышите. Благословен, чтобы быть благословением. Дорогие зрители, молитесь за нас. Мы верим, что в следующем году приедем в Россию. Нас также приглашают еще и в Индию. Я хочу сказать, что Иисус любит вас. Библия ясно говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но потеряет при этом себя. Мы приходим в мир нагими и уходим нагими. Если вы не отдали свою жизнь Иисусу или отошли от Него, вы можете вернуться к Нему, где бы вы ни были. Забудьте о других людях, которые бегают и шумят. Это вопрос между вами и Богом. Положите руку на свое сердце и скажите: «Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Я отдаю Тебе свою жизнь. Ты нужен мне. Я хочу, чтобы Ты был в моей жизни. Спасибо, что Ты умер за меня. Я верю, что Ты жив. Ты мой Спаситель. Я буду следовать за Тобою во имя Иисуса. Мы любим вас».